Здравствуйте, с вами Вивьена, и мы сейчас посмотрим такой расклад. Почему высшие силы отменили ваши отношения? Почему именно ангелы и высшие силы так сделали? Именно они. Почему? Потому что эти отношения уже не приносили ничего хорошего. Потому что эти отношения давали негармоничность, стиснув зубы. Почему? Потому что кто-то из вас думал не о счастье, о свете, о гармонии, а больше о материальном. И потому что человек, который в этих отношениях был, почему-то не понимал, что такое порядочность, поэтому разрушил. И для одного из вас было больше показушность в этих отношениях, поэтому высшие силы убрали, потому что у вас ждет совершенно другое. Для вас идет другое, потому что эти отношения вас истощили и просто попортили. Ставьте пальчик вверх, пишите в комментариях, принимаю, благодарю. Пока-пока.